настоящий рэпер. Вот так вот выглядит рэпер 90-х годов, скажем так. Такая у него старая школа, он любит хип-хоп 90-х, я думаю. Backside Disaster, Паша. Паша, единственный, мне кажется, один из единственных райдеров, который участвует сегодня, кто не имеет никакой, в принципе, спонсорской поддержки, все за свое, все за свои. Благодарить его реально круто. Попыточка была с ним грайдер. Максим Кирилл, вот сложный трюк. Ну что, Паша, соберись, тебе осталось еще 25 секунд. Можно хороших трюков наклепать за это время. Давайте поддержим Пашу Солнцева. Приглашаем мы следующую, потом четверку. Это Саша Кулиев, Саша Седов, Гена Габуша и Егор Кальдин. Вау, вот у фейки попытка. Спасибо большое.